Заявки на участие в фестивале народного творчества «Златоселище» начали принимать еще в апреле. Но главные события пройдут в конце июля на поле недалеко от Радонежа. Песни, народное искусство и работа всегда были неразделимы. Так будет и на фестивале. Участники – это как отдельные мастера, так и целые коллективы со всей России. Задача нашего фестиваля – это как раз собрать те крупицы, поддержать тех людей, которые занимаются возрождением и сбором этой информации, этих ценностей духовных, и, собственно, показать народу. Конечно же, к участию в фестивале мы приглашаем профессиональные коллективы, профессиональных музыкантов, а также любителей, ну и вообще всех желающих поучаствовать в нашем мероприятии. У нас фестиваль-конкурс проходит в музыкальной части по 7 номинациям. Если русские перестанут мало петь колыбельные песни своим детям, а бабушке рассказывать сказки, мы умрем как нация, нас не будет, мы исчезнем. Потому что песня, народное искусство – это всегда негаснущая путеводная звезда, это наша надежда на лучшее. Фестиваль будет интересен не только самим участникам, как обмен опытом, но и всем интересующимся русской культурой и традициями. Гости смогут поучаствовать в образовательной игровой программе «Народный календарь», хороводных развлечениях, побывать на мастер-классах по изготовлению кукол, домашней утвари из глины, узнать рецепты блинов и каш и многое другое. Пройдет фестиваль через месяц, с 24 по 26 июля. Наталья Зайцева, Феликс Дорохов, «День города».